посмотрим кухню в нашем лагере. Как выглядит. Вода у нас идет вот сюда. Полочки, здесь как чисто барчик типа такого, кастрюльки, сковородки даже есть. Да, точно. Кухонные принадлежности. Рис. И вот здесь вот можно что-то, я так понимаю, готовить. Нормальная тема. Такая кухня. С другой стороны, сейчас покажу вам какую сторону. Так, это у нас нарисовано или это мозаика нарисована? Здесь типа печь идет. Вот, можно печь разные вещи. Хлеб можно делать. Иванушки, чтобы можно было на печи валяться. Место такое специальное. Креатив-центр. Это зона. Такие дела. Находимся, друзья, на Мальте, вот, в нашем повстанческом лагере, экологически чистом.